Всепречистые владычицы наши, Богородицы Христа Девы Марии, силы и числа Богиня Творящего Христа, предстательства и честных небесных, сил бесплотных, честного славного пророка предтечи и Престителя Иоанна, святых славных и всепальных апостол, святого апостола Андрея Первозванного, Тихого святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Яна Златоуста, Сергея Никона, игумена Радонежских, Серафима Саровского, Ива игумена Почаевского, Макария Оврыского, Кукша Одесского, святых и праведных, Ионы Одесского и Феодосия Балского, святых и праведных, Бога Отец и Акима, Ионы, преподобного и богоносного отца нашего Гаврила, Его же и память ныне славнощи, и все святых, молим Тя, много милостиве, Господи, услыши нас грешных, молящийся Тебе, и помилуй нас. Христе Боже наш, благословивый пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти. Яко Ты еси благословляя и освящая всяческая Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, собезначальным Твоим Отцем, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Честно пред Господем смерть преподобных Его. Что воздан Господи во все, я же воздатем и. Честно пред Господем. Речи Господь своим ученику, вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец, не отца, кто знает, токмо сын, и ему же аще волит сын открыти. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго бо мое благо, и бремя мое легко Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твоей милости и щедротами, возвыси рог христиан православных, и ниспосли нам и милости Твоя богатая, молитвами все пречистые владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Все святые! Молим Тя, много милостиве, Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Памяти преподобного и богоносного отца нашего, говорил Алфонсо, основательство обители сия, будет совершенный век, больше другие, начало в 6 и в 9 часов утра, по окончанию ранней литургии водосвятым молебен. Он литургию возглавит и Высокого Преосвященства, Высокого Преосвященного Архангел, митрополит Одесский и Измаильский, со служением иерархов и гостей обители с праздником. Thank you.